Так, и вот еще один обзор, то, что было сделано, ну, с начала осени где-то, нет, с конца сентября. Смотрим. Так, попереду полностью прочистил весь низ кешером, уже, конечно, опять пыльно. Поставил очки, болты нашел, с оригинальной тачки снял. Вот эти очищены, вот эти нет. Потом что, вот эту поставил. Ну, как поставил, я и менять буду. Просто ради прикола покупал. Тайваньский. Все ништяк, но верхние крепления сломаны, которые вот сюда стоят. Поставил оригинальные сигналы. Так, также уже видели то, что масло, вот этот радиатор на гор. Так, по передку у нас пока все. Сейчас поставлю. Вот наш передок. Также смотрю, какую саблю ставить, какого цвета, либо в цвет кузова, либо черную, либо в немецкий флаг. Также вот эти все низа прошел антикоррозийным грунтом полностью. То, что и здесь, и можно видеть вот здесь. Так, под капотом что? Тут пока ничего такого из нового. Нашел тросик, нашел ручку на тросик и замок. Был тоже значок BMW стёрт, значит оригинальный. Так, по этому левому крылу пока, ну, левому ничего не сделано. По правому была промыта вот эта стойка с лонжероном совсем. Поставлен бачок омывателя, проводка распутана. Потом проводку пускаю на подогрев этих брызгалок. Потом что? Потом надо будет нам вынимать лабаш, потому что здесь протечка идет. Полностью вынимать, зачищать все вот это место. Также грунтом, также все от коррозии защищать. Потом либо этот лабаш клеить, либо антибликовый возьмем. Так, остается нам сделать, получается, пороги заварены, там нет отверстий. И все равно чуть-чуть где-то влага попадает, там несколько капель или что. Надо будет сделать, я вот над этим сейчас, так сказать, смотрю, какие заводы идут, где слева. Потому что слева я вынес, сделал два выхода здесь, один где под окнатик раньше был. То же самое и сзади сделаем. Потом тачку отмыли, да. Молденький сейчас ищу, потом сейчас на ту сторону перейдем. А еще хотел сказать, вот где крепление идет капота, вот отсюда выпало, и вот это, так сказать, ходит. Надо будет заварить ее по стороне, чтобы поставить вот сюда, так сказать, для капота вот эту выемку, чтобы заезжал сюда ролик. Одно крепление есть для болта, второй болт уже был кем-то сорван. Надо бы покупать сверло длинное и высверливать. По этой стороне пока еще не разбирался, но на днях будем заниматься. Тоже все промывать. Смотреть все шланги, соединения и проводку. Потом будет позовем электрика. Проверит пусть. Здесь то же самое с порогами, надо будет слив мутить. Слив не с люка, а просто, чтобы конденсата там не было. Передние, так сказать, ниша внутри я обработал грунтом. Сейчас увидим. Поставлена также ручка. Оп, закрыто. Так, тачку закрываем. Так. Также здесь все было вынуто, промазано. Все от коррозии и герметиком. То же самое со спойлером. Так, вот с фарами. Белое, то, что это сверху еще этого грунта была, так сказать, кислотник сделан. Теперь ищу защиту от задней банки к этому, к баку. Родная защита я видел. Так, надо будет либо заказывать, либо искать где-нибудь наличие, либо аккуратно самим сделать. Так, также бленду ищу, Hello Black тоже. Потом что?
полностью был зашумлен багажник. С полкой совсем. Все места, какие где были. Здесь получается, где фары слева, сверху, туда, в сторону. Вот сейчас можем, наверное. Вот. Тут без шумки. Тут шумка уже. Звук таскать. Плотнее уже стал. Вот здесь все полностью. Сюда не стал, потому что сюда не стал клеить, сюда не встанет это. Крепежка, которая тут пластмасска. Потом вот это все сверху еще одним ляжет слоем, только черного, черной изоляции, чтобы так более-менее красиво было. Так что багажник весь зашумили. Здесь потом тоже аккуратно вырежу. Так, что у нас по салону? Тут тоже было все отмыто. Все двери тоже обесшумлены. Снизу все сливы были залиты мовилью. Также вот сверху еще там виброизоляция, это шумоизоляция. Все куда мог долезть ролик и рука, везде было заделано. Ну вот тут на одном, да, синий изолент, черный тогда кончилось. Косячок. Так, что у нас потом? Да, вот здесь все-все где мог доделать шумкой. Все было доделано. Конечно, еще лист остался. Полтора листа. Сейчас будем думать, куда их запихивать. Также вот сверху крыши. Здесь было разобрано все. Так, тут это валяется для будущих, так сказать, манипуляций. Чтобы кое-где грязь убрать. Там проводка разобрана. Здесь тоже электрошторку с проводкой с кнопкой я убрал. Потому что она мне в будущем, ну, не нужна будет. Так, повесил ремни, которые были очищены заранее. Еще не крепил их. Я их просто поставил. И чтобы, так сказать, они вылетали, я их совсем не фиксировал. И где идет ремень, я положил туда этот болтик, чтобы ремень внутрь, так сказать, не уходил. Так. Сейчас еще вот эти крепления, также еще уплотнители, либо с Е60, либо с X5. А то когда тачку моешь, чуть-чуть капли попадают внутрь. Здесь тоже все зашумлено, все заделано. Здесь что? Здесь я пока не ставлю, потому что кое-какие тут еще планы есть. Здесь у нас сиденья уже поставлены, комфорт. Все, электро у нас идет. Так. У нас вот подогрев. Ну, вот я не знаю, я еще фишку не нашел, кнопка уже есть. И вот регулировка опоры спинки. Ну, поясничная опора. Потом то, что на это сиденье тут есть вот эти, так сказать, для рук подлокотнички. Прикольная тема. Вот она вот эту фишку найти. Две фишки уже поставил, они сломались. Наверное, буду новую заказывать. Это у нас идет на мафон. Это на заднюю передачу. Или нет? Или да? Что-то я уже не помню. А, вот на передачу заднюю идет. Вот этот провод. Также было сделано то, что при включении печки заслонка автоматически открывается. Это, так сказать, сколько вот было 3/4, и у меня и у знакомых ни у кого это не работало. Я это сделал. Также были выпотрошены вот это все. Все прочищено, заменил лампочки. То же самое было здесь сделано. Здесь тоже. Вот это идет от подсветки вот этой консоли. Тут пока я не ставлю, потому что еще не все закончено. Приборку надо менять. Тут топливо гонит. Показывает 60-80, вчера залил 20 литров, было 67 километров, вот тут теперь показывает 175-180, так что на тот тачку можно не надеяться, пока вместе на борт компьютер, пока не нашел нормальную приборку. Потом чего, пока ничего не собираю, там был залит грунт антикоррозийный, что справа внутри, что слева спереди, сзади все в мобиле.
Так что вот пока идут работы, еще не все, конечно. Вот отсюда идет протечка. Так что еще лабаш будем снимать. Двери еще не все. Электрорегулировка не работает, потому что тут снизу есть, так сказать, мозги под сиденьем. И над мозгом есть желтая фишка. И на этой желтой фишке у меня нет проводов от зеркал. С этим тоже будем что-то думать. А так пока вот все устанавливается. Все ждет своей очереди. Потом ремкомплект кулисы надо будет. Потом также покупать оригинальную заводскую, вот сюда этот, эмовскую ручку с подсветкой. Она у меня была, я поменялся с другом на руль MTech 3. Он у меня там внутри. Также вот по люку все. Проверить все. Все соединения, все провода, все. Так что сейчас все доделаем, будем вызывать электрика. Что нам осталось доделать, то что, так сказать, осталось. Все вот эти мелкие соединения, все что осталось соединить. Потом надо будет вызывать электрика, чтобы он полностью проверил руль, электроколонка тут. Потом люк, стеклоподъемники, все датчики, все, что связано с проводкой, чтобы он приехал, все проверил. Либо будем отгонять тачку, как там уже договоримся. Так что вот с электрикой сейчас самое долго останется. Ну, самое такое главное. Потом останется выхлоп доварить. Будем делать прямой выхлоп. Коллектора у нас стоят новые. И выхлоп, наверное, будет просто на резонаторах или на пламенгасителях. Просто трубы. И все, без банки. Пока мисс в планах так. Потом найти кое-какие мелочи по дверям. Всякие там крепежи, вот эти пластмасски. Слишком много их тут. Потом, что останется? Да, вот одно сиденье вот это работает. Пассажирское, водительское нет. Это, наверное, за то, что аккумулятор сдохший. Потому что, когда его заряжаешь, все работает. Короче, очень много еще по электронике. Нужен будет шарящий электрик. С этим у нас пока мисс туго. Так что до скорого. Будем искать, делать.